Инфекционная больница, первая и вторая поликлиника, детская больница, участковые врачи города и районов. Собраться вместе медиков заставила вспышка краснухи. На фоне общего спокойствия в этой сфере за последние годы нынешнюю ситуацию вполне можно рассматривать как эпидемию. В первом квартале текущего года заболеваемость краснухой на территории Уссурийского городского округа резко возросла. Если в прошлом, в 2010 году, было за весь год всего 4 больных, в этом году уже за первый квартал 29 человек, заболевших краснухой. Причин происходящего врачи выделяют несколько. Первое – недостаточно профилактики. В городе не создали должную иммунную прослойку среди населения. Это означает, что прививки от краснухи сделала лишь малая толика горожан, вследствие чего больные легко смогли заразить других людей. Прививаться нужно. Не нужно бояться прививок. С помощью прививок — это государственное мероприятие, которое обязательно проводится, но для того, чтобы победить вот эти болезни без лекарств. Прививку, если сделают, насколько я помню, по-моему, обязательных прививок по календарю у нас в России 9. Усложняет ситуацию и отсутствие преемственности в передаче данных между детскими и взрослыми лечебными учреждениями. В идеале при достижении ребенком совершеннолетия его карточки со всеми отмеченными прививками должны передаваться в поликлинику по месту жительства. В этом случае мы просто с вами поработаем, информацию мы вам предоставим. По детям, которые в последние несколько лет вам передавались, и мы дадим этапные эпикризы именно по прививкам. Между тем, взрослые люди переносят краснуху гораздо тяжелее, чем дети. Врачи настоятельно рекомендуют уссурийцам обратить внимание на свое здоровье и сделать прививки. Особенно тяжелыми последствия могут быть для беременных женщин. Возможны и выкидыши, и патология в развитии плода. Слепота вследствие катаракты врожденной, глухота, различные пороки сердечные и патологии нервной системы, то есть умственное и физическое недоразвитие. Главная задача семинара – усилить профилактическую работу. В этом году врачи запланировали ревакцинировать от кори и краснухи 4550 человек. Прививки делают бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Анна Шереметьева, Андрей Черненко, Телемикс.